Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы-всадники Олуха. Такс, что у нас тут? 125, красавчик ты мой. Давай-ка мы тебя опять отправим за железом. Железо мне необходимо. Оно необходимо нам всем. Всем, ребята, необходимо. Так, я что-то не понял. А где колодец? Почему я не вижу изображения колодца, друзья? Это что за подстава? Сегодня было обновление, буквально вот перед заходом в игру. Куда колодец мой делся? Его просто нету. Нету, друзья мои, колодца, его не видно. Зашибись. Вот это подстава. Подстава так подстава, ребят. Ну, давай, безумик, посмотрим. 85 тысяч рыб. 85 тысяч, это смех. Смех сквозь слезы. Так, пока будем собирать рыбу. Потому что с древесиной, я смотрю, у нас тут вообще полный алис. Так, ты лети. Так, рыба, 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 рыбочка моя. Опа, и рыба, что ли? Подожди. А, типа, я понял. У него столько рыбы, что к нам она, типа, не поместится, да? Поместится, не волнуйся. Поместится еще как. Сейчас я только этих голубчиков отправлю. Так, Громилет, ты у меня получил уровень. Давай-ка мы тебя еще немножечко покачаем. Чуть-чуть совсем, капельку. Так, тебе за рыбкой отправим. Че ты там прячешься? Че ты прячешься? Иди вон, тренируйся лучше. Прячется он мне там. Давай. 44, воу-воу. Ребят, я поверю вам на слово. Вы мне сказали, Буйволорд будет крутым. Посмотрим, насколько он будет крутым. При прокачке, естественно, при прокачке, конечно же. Не просто ж так я его отправляю. Дрожжезуб. Мелкий гаденыш, а уже так дорого стоит, а? Так, давай за рыбой. А вот у нас и домик, друзья. Что там у нас? Академия. Опытные дрессировщики в Академии позволяют повысить уровень драконов до 124 уровня. Академия. Перейти. Ну что, друзья мои, вот мы и дожили. Что это тут у нас? Мне не хватило, что ли? Вот мы и дожили до 124 уровня. Ты представляешь? 124 уровень. Они у меня на какой? На 109, да, там прокачан. 250. А сколько у нас еще осталось? 3 дня? Я не успею, да, накопить, ребята? Ну что, будем покупать тогда эти паки? Я не успею, ребят. Давай покупать. Сезонная награда. 25 рун. Пойдет. Здесь 25 и 75. Ну, руны. Хотя бы руны дают. И на этом спасибо. Сейчас хорошо дали так рун. По 200 штук. 150. Так, сколько? Последний, да, у нас получается? Да, ребят. А вообще, что тут можно вытянуть-то? Мечтай. С таким шансом, ребята. Подозрительно большая курица. Действительно, подозрительно большая курица. Получить. Значит так, что у нас тут? Ну да, рыбы дофигища. Слушай, я, знаешь, что сделал? Я тогда отправлю на прокачку вот этого парня. Вернись. Вернись, я все прощу. Лети. Давай-давай, вперед за рыбой. Так, а за древесину у нас еще готов, по-моему, поработать этот парень.
Ага, нет, он за рыбу готов работать. А кто же у нас тогда за... А кто у нас за древесину еще работает? Кто-то у нас еще любил поработать за древесину. Я просто не помню, сейчас забыл, ребят. Запамятовал. Че стоим? Че ждем? Особое приглашение? Иди тренируйся. Стоит он там, глыбу давит. О, вот, вот кто, ребятушки. Вот он, родной мой. Вперед, лети. Ястребок ты наш. Ожидания бесплатные. Бесплатные ожидания. Опа, и награду сразу. Упс, как с куста. И это понятно. Это у нас плод мудрости. Ну что, зеленая смерть, иди, иди, не рычи здесь. Разрычалась она мне тут, понимаешь ли. Гнездо нашел какое-то, да, замухрышинское. Иди давай работай. Йохан, ты там что, приторговываешь? Что у тебя там есть? Я возьму вот это у тебя, и все, больше мне у тебя ничего не надо. Так, ежедневка. Забираем. Забираем. Так, ты что тут без дела? Шлендраешь, а? Шлендра. А ты что? Ну-ка вперед, с песней. Так, блестящий янтарь в копилку и... Еще одна, один обмен. Так, ну что, здесь вроде бы как все, друзья мои. Ага, нам надо еще без зубика куда-нибудь примостить. Сейчас мы его примостим. Сейчас мы его с собой примостим. Куда бы его... Ну, наверное, как обычно, по стандарту. Пускай идет на поиски. Ой, не туда, не туда, не туда я нажал. Вот сюда надо. Пускай идет шлем и ищет. Че я сделал? Твою налево, блин. Ну, ребят, это уже по запаре называется. Это уже по запаре. Так, рыба, древесина, все забрали. Давайте этих хламонов-то отправим на задание. Помощники. Мамины помощники. Или, наверное, рейвские помощники. Ну, скорее всего, тусклый янтарь здесь выпадет. Не дадут они мне ни яйцо, ни руны. Ты гляди-ка, руны дали. Вашей щедроте нет оправданий. Кривоклык, что там притулился-то? Тусклый янтарь. Так, не обращай внимания. Бесплатно. Грамгидля, ну, ночные жути. Вперед. И знаешь, что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть, сколько нужно, ну, например. Вернись. А как, я не могу, ребята. Подожди. Лети. Мне академку нужно прокачать, что ли? Подожди. Постой. Ага. Ага. 3500, ребята. Ё-моё. 3500 нужно для того, чтобы прокачать академку. И после этого будем 124 уровень у нас драконы. Ну, прокачиваться. А хо-хо, не хо-хо? Да, конечно, не слабо. Заявочки такие, да? Так, повысить уровень дракона до 15-го, да, уровня. Костолом дикарь. Он сразу вырос, такой здоровый стал. Костолом дикарь. Еще одну награду. Оп. Что получаем? Получаем 750 яиц. Значит, я могу еще, ребята,
забрать награду, да? Сезонный рынок. 750. Еще могу даже. Ни за какие ковришки не хочет, ребята. Ни за какие ковришки. Так, ну зато мы можем просто с тобой прокачать академку. Мы накопили на академку, ребят. Или нет? А, тьфу ты. Я что-то смотрю на руны, нам же нужно железо. Так, ну что, есть какой-нибудь сегодня? Есть, ребята. Происшествие муштра наездников. Муштра наездников. А сколько событий это будет? Да подожди ты, сколько событий это будет длиться у нас? В плане 15 часов. Оно скоро закроется. О-о-о. А успею ли я, ребят, пройти его? А что вы мне не написали в комментариях, ребят, что вовсю событие идет? А? Тяжело было написать, да, Рэю? Сказать, Рэйчик, глянь, там идет событие. Эх вы. Я же вас спрошу, когда что-то выходит новенькое или какое-то событие, пишите мне в комментариях. И как только находится свободная минутка, мы сразу это проходим с вами. А вы... Вот теперь, наверное, не пройду, не успею. 15 часов осталось до конца. Не знаю, наверное, не получится. Я постараюсь, конечно, но... Наверное, все-таки не выйдет. Так, водорез посмотрел. Чего они такие жирные-то, эй? Их фиг сломаешь. Так. Пробивной. Давай добивать. Ну, 75 миллионов рыбы. Маловато будет. Маловато будет. И забираем с тобой загадочный пак. Давай, не жмись. Отдавай его сюда мне. Так, дальше у нас идет поединок проходящий. А следующий поединок нам даст 1400 тусклого янтаря. Так, они такие же жирные. Ну да, жирноватые. Жирноватые, очень даже жирноватые. Аж прям напрягает такая жирность. Да, ребят? Меня лично очень сильно напрягает. Это мы по нему так бьем со всех орудий, плюс у него пониженная броня. И как влупляет он. Есть разница, да, ребят? Конечно, есть. Да усохнет уже. И этот жиробас какой-то, а? Давай, наверное, сделаем так. Вот он куда, да? Метит. Он хочет мне уничтожить моего штормореза. Не тут-то было, парень. Мы быстрее тебя расчехлим, чем ты мне. Хотя он может, ребят, постараться. Не, не получится, мы успеем его бомбануть. Следующее колесо у нас, которое дает нам плод мудрости. Плод мудрости — это всегда хорошо. Ну что, у нас следующий поединок, после которого мы забираем 1400 тусклого янтаря. Ох ты, истинный шепот смерти. Собственно, персона явился, не запылился. Так, ну что, музыка исчезла, да? Да, у нас музыка исчезла, остались только звуки поединков. Ничего страшного. Главное не дать ему накопить 3 энергии, остальное ерунда. А 2 костолома, причем разные костоломы. Ну, они оба стражи, поэтому кривоклыку по барабану, каких стражей бомбить. Единственное, что есть один страж, который жарит огнем, а другой чисто глушит. Вот и все. Вот такая у них разновидность. Сейчас, вот этот, например, глушит.
Понял. И ударил он в Барсика. Так, теперь у нас вообще все звуки исчезли, я смотрю, да? Так, сделаем вот так. Нормально. Вперед и с песней. Рыбу. Маловато, лучше бы дали бы 3 плода мудрости. Вот это было бы шикарно. Рыба это что? Рыба это не что. И 1400 тусклого янтаря. В общем, раз, два, мы забираем с тобой 100 рун. Это будет у нас конечный результат. А завтра, если успею, ребят, если я успею, завтра мы попробуем допройти это событие. Так, и первым, кто нас встречает, это у нас дракон Хоферсон. 3 волны. Так, надо было мне, наверное, выйти и зайти. Выйти на этот, в городочек свой. Тогда обычно появляются звуки. Ну, ничего себе, ты, парень, ты не оборзел ли? Фига он там вдарил на каркалыгу, да? Давай, наверное, хильнемся. Хил. О, еще и промахнулся. Это у нас фаербольщик, насколько я помню, ребята. У него ульта 3 фаербола в одну цель. Убийственная штука. Может уничтожить. В лучшем случае покалечить, ребят. Но обычно он без компромиссов уничтожает. Так, и последний у нас, 3-я волна. Кревет и шторморез. Ну, я, как обычно, ребят, лучше начну с кревета, потому что шторморез, ну, что он сделает? Ну, полыхнет, может хильнуть еще. А вот этот, если гаденыш полыхнет, а если еще ульту сделает, то нам не поздоровится. Он же электрический. Да, мы его ушатали. Ну что ты там стоишь? Бедолага. Пробьем? О, да. На этом колесе мы получаем древесину. На том столько же рыбы получили. Так, теперь я хотел выйти, ребят, чтобы хоть какие-то звуки появились. Так, не могу забрать, да? Громобойка, столом, шторморез. Не могу забрать древесину. И потратить мне ее некуда, да? Подожди. А, он за рыбу идет. А я что-то и забыл, что же этот у нас крылатый ужас тоже уже может добывать. Вот так вот, а он может. Он может, хочет и будет добывать. Так, ну что, я надеюсь, музычка появилась. Открываем. И у нас последний бой, это мини-боссы. Надеюсь, 2 волны. Надеюсь, 2 волны и 3 волны. Дело дрянь. А чё 3 волны-то, эй? Могли бы как-то помягче, я не знаю. 3 волны сразу же влупляют. Сейчас змеевик еще бомбанет. Нам бы хильнуться бы. Естественно, этот партизан будет бомбить по тому, у кого мало ХП. И кто имеет дебаф, да, на понижение брони. Так, им проще пробивать, тем более этот огнеплюй. Давай просто... Нет, все-таки надо уничтожать. Твою налево, тут костолом. И водорез. Оба хороши, блин. Давай, наверное, все-таки сделаю вот так вот. Чистая перестраховка. Чистая перестраховка, чтобы наш костол... Ой, кривоклык выжил. Фига он, когда орет, у него такое ощущение, что в пасти целое это, как она называется, скажи. Лава. Как будто лава там у него. Так, ну что, давай кусанем и добиваем. Угу, Барсик. Не тут-то было, не смог добить. Ёк-макарёк. Так, ну, по большому счету, друзья, мне нужно контролировать именно ветрокрыло. А
от его суперульты. Давай так сделаем. И вот так. Ну и все, в принципе, ребят. Он остался один на денешенек. И ничего он нам здесь не сделает. Хотя, как не сделает? Он может накопить на 5 энергии и сделать свою супер ульту. Но у него, видишь, ничего не получится. Сейчас мы на него повесим слепоту. После этого он, наверное, использует свою ульту. Ах ты жук. Ах ты жук ты навозный, а. А сейчас он сделает, да? Хм. Не сделал. А вот сейчас сделал, ребят. Гаденыш несчастный. Да на тебе. Все. Так, крутим рулетку и забираем древесину. 112 миллионов. Все, забираем 100 рун. И еще раз, ребят, повторяю, если я завтра успею до конца сезона, то мы обязательно допройдем. А если нет, то не обессудьте. Слишком поздно мы начали. Так-с, ежедневки. Ну, ежедневки, наверное, тоже уже завтра. Все, друзья мои. На сегодня я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.